Премьер-министр Галина Данчикова посетила Усть-Алданский район. Рабочая группа сперва побывала в селе Сотенцы, ознакомилась с ходом строительства детского сада на 75 мест. Объект возводят по механизму государственно-частного партнерства. Также в Сотенцах планируют строительство новой школы на 220 учащихся. Проект здания готов, результаты госэкспертизы должны быть выданы этой осенью. Далее делегация отправилась в поселок Кептяны Лигойского Наслега. Там строят школу на 220 мест. В том же поселке Галина Данчикова с коллегами ознакомилась с работой крестьянско-фермерского хозяйства Анатолия Бурнашова. Семья строит новый коровник на 100 мест. В завершении поездки в селе Барагонцы Галина Данчикова провела совещание с руководством УЛУСа, дала ряд поручений по контролю за ходом строительства этих вышеназванных социальных объектов и ускорения вопроса по выделению финансирования. Также председатель правительства призвала местные власти и общественность усилить работу по кормозаготовке.